Сегодня 20 октября 2023 года. Дата 85-летия со дня образования Приморского края. Я Филипп Романов, первооткрыватель различных астрономических объектов, автор и соавтор научных статей по астрономии, опубликованных в том числе лицензируемых научных журналах. Участник онлайн собственными докладами нескольких международных научных конференций по астрономии, в том числе Генеральной Ассамблеи Международного Астрономического Союза в 2022 году. Сейчас я нахожусь на своей малой родине, в поселке Южно-Морской Приморского края, на побережье Японского моря. Мне самостоятельно удалось открыть два астероида, которым были присвоены названия в честь моих прадедов, награжденных ветеранов войн. Астероид 623 826 получил имя Алексей Варкин в честь моего прадеда Варкина Алексея Макаровича, ветерана Великой Отечественной войны, который жил и умер в селе Галенки Приморского края. Астероид 623 827 получил имя Никандр Ильич в честь моего прадеда Романова Никандра Ильича, ветерана Советско-японской войны, который жил и умер в селе Чугуевка Приморского края.